В Югре больше 1000 человек находятся под угрозой увольнения. Об этом сообщает сайт окружного правительства. Губернатор нацелила чиновников определить дальнейшую трудовую перспективу этих работников, в том числе через получение новой специальности или повышение квалификации. С начала февраля численность безработных в Югре увеличилась на 106 человек и составляет больше 5000. С конца 2011 года рост безработицы в округе отмечен впервые. Несмотря на это, ситуация с занятостью в Югре намного благополучнее, чем в других регионах Уральского федерального округа. Тем не менее, Наталья Комарова попросила правительство держать ситуацию на рынке труда на контроле.